Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, мы сегодня посмотрим игрульку North Card, типа северная карта. Ну да ладно. Вот, молоточек Тора такой. Есть режим истории. I am Rig, son of the High King Hargrorf, and this is my saga. Это моя сага. It all began one fateful day. My father had gathered all his jarls to make an announcement of the utmost importance. We were to embark for the wondrous lands of Northgard. Riches, conquest and glory awaited us on this mysterious new continent. But the Norns had other plans for us. Dozens of armed men suddenly poured into the hall and put an abrupt end to our ambitions and to our lives. They were mercenaries led by a man named Hagen from the clan of the Raven. In a matter of minutes, we were all slaughtered like sheep. All. But me, barely conscious and vastly outnumbered, I had no way to fight back, so I feigned death. I seethed as he stole the map of Northgard and ripped the regal horn from my father's throne, a family heirloom and the very symbol of our royalty. I had to avenge my father and reclaim my kinghood. Ну, такой классический сюжет, якобы кому-то дали пизды, я имею в виду, уломили. Мы, наверное, такие, глава 1, исход. Так, нам удалось сбежать и скрыться в глуши. Теперь нужно найти берег для отплытия в Норгланд. Бонусные цели откроются, когда вы в первый раз завершите главу. Бранд. Гордый и благородный знаменоносец клана Оленя верен своему слову и высоко ценит честь. Для него нет ничего важнее благополучия его народа. Он верен вам, как его отец был верен вашему отцу, и готов помочь вам отомстить и завоевать Нортгард. Сложность высокая. Давайте. I had no strength left when I encountered a group of runaways of the Stag clan, led by a proud young man named Bran. Hagen's men had set his town aflame, and he had nothing left, not even his father, the clan's jarl, who had died at the hands of the fiend, just like mine. Our common enemy had sailed for Northgard, of which he now had a map. All I could think about was finding him to avenge my father and retrieve the regal horn. Вполне единые озера. Такой навский мотив. Ломили, сейчас будем восстанавливаться. Хорошо, что вы уже на ногах, сударь. Я не ожидал, что ты так быстро оправишься. Ринг. Похоже, гнев – прекрасный целитель. Но мы потеряли слишком много времени. Нужно отправляться за Хагеном как можно скорее. Да, время не ждет. Мы разбили лагерь недалеко от врага, но очутились в незнакомых землях на окраинах твоей страны. Я докажу, что достоин их доверия. Мне не терпится расквитаться с этим мерзавцем. Но главное позаботиться о безопасности людей. Приятно слышать. Твоя сдержанность делает тебе честь. И потом, о каком возмездии может идти речь, если мы умрем с голоду? Кстати, об этом. У нас полно голодных ртов, так что давай поищем источник пищи. Вдобавок, нам очень нужна древесина. Как для обогрева, так и для строительства. А еще мы должны покинуть эти земли и отплыть в Норланд. Нужно поискать подходящее место для выхода в море.
Твоя правда. Думаю, попросить нескольких поселян разбить лагерь и обучиться разведке, чтобы исследовать регион. Основа игры. Вы находитесь в безопасной области. Ваша цель – обеспечить свой клан всем необходимым для выживания. Яблоками, едой и древесиной дом. Домами. И дом домами. Обязательно обучите разведчиков, чтобы исследовать регион и расширить свои владения за счет ближайших областей. Отыщите берег для отплытия на новые земли. Ратуша. Так. Поселянин 4. Что там строить? Цели. Так, что, куда нажать день, блядь, не вижу нахуй. Следующий поселянин, брат. Ой. Так, и чё, куда? Где? Так, так, щелкните по кнопке «Строить», чтобы построить здание. Выберите любое место области, чтобы разместить там здание. О, а чё нам нужно? Давайте дом. Давайте, там никто не придет. Давайте со стороны скал, наверное, сюда. Шлепнем. Так, построено. Так. Так, чтобы построить еще одно здание, либо дом лесоруба, чтобы добывать древесину, либо лагерь разведчиков, чтобы снять. Давайте дом лесоруба, наверное. Нам нужна, блядь, это. Блядь, надо было ближе к этой строить. Лесополосе. Ну, такой классик, кто играл в компьютерные игры времен Варкрафта первого, тот поймет даже область в классическом стиле исполнена, да? Что он там сказал? Так, что ж, так, здание готово, щелкни, чтобы выбрать поселяне, щелкнуть, да, чтобы выбрать всех, кто занят одной работой в области. Так, выберите существо и щелкните. Селянина, чё, куда щелкнуть? Так, не понял, блядь. Так, задание готово. Чё, что выбрать? Поселянин, щелкнул, что выбрать? Я. Так, тихо, блядь. Так. А, наверное, сюда. Все, блядь, рисовать, блядь, пиздец. Чтобы исследовать Норланд, вам нужны разведчики. Постройте лагерь разведчиков, прежде чем мы поселяем на выучить ремесло разведчика. Так, строить лагерь разведчиков. Пошел, блядь.
мясорубы сразу. Ну, в принципе, такая приятная графика. Я думаю, пойдет данная стратегия на слабых. Охой! Ефир! Ефир! А он автоматически, что ли? О! Ну дал как волшебный лес, блядь. Так, для того, чтобы свои земли колонизировать в новой области, для этого нужно еда. Щелкните по области, чтобы использовать еду для колонизации. Так, у нас еда есть. Почему еда? Непонятно. Придурки. Пять зданий еще на одной области. Че, хуёво, работаем, что ли? Так, государь, мы обнаружили неподалеку заброшенную хижину. Думаю, стоит отправить туда разведчика. Он может отыскать какие-то ресурсы. Согласен, но прежде чем исследовать развалины, нам нужно колонизировать эту область. Так, мы колонизируем. Так, у нас здесь по плюсам. О, что тут? О, блядь. Doch war. А, идет пир у нас. Жируем. Так, дает крышу над головой новым членом клана. Холодает, приближается зима. Верно, государь, скоро еды станет меньше, и нашим людям придется жечь больше дров, чтобы поддерживать тепло в домах. Холод ослабит наших бойцов, и наших бойцов. Зима не лучшее время для битв. Так, эту область защищают ваши враги. Требуется учебный лагерь. Так, склад, поля, хижина знахаря. А, учебный лагерь. А что оно построено, не пойму. Устроить, блять.
Бля, они не строят, блядь. Чё, блядь, сделали? Хуй знает. Что за, блядь, глюки? Разведчикина. Ахой! Я! Пушкин, блядь. У дубаёмы, блядь. Государь, один из разведчиков нашел на берегу подходящий участок для строительства порта. Отлично. Нужно попытаться колонизировать область до самого побережья, чтобы наши строители могли взяться за работу. Ваш клан не может расти, нужно больше домов. Есть же дома еще же поставили. На здание в этого поебта, блядь. Мы колонизировали. Чё за хуйня? Так, добрись до северных берегов, построить пристань. Так, интересно. Так. Учебный лагерь. Кто на нас напал? Пиздишь, никто не так. Так, рожь пшеницу посеем. Смотрим, что у нас растет. Нет, блядь. Следующий поселим. Чего нам не хватает? Так, позволяет улучшить другие здания, увеличить максимальное население на 2, рост населения на 20%. Нашел там что-нибудь, нет? Так, следующий поселянин. 41%. Он там что, ягоды кушает? Останавливается, смотри. Вот такой выбрать его щелк, чтобы познакомиться.
Маются от безделия, блядь. Так, оп, когда не да. Что происходит, блядь? Склад, хижина знахаря, дом мясоруба есть. Склад, давайте пизданим склад. Так. Ты сжечь? Ладно, пойду. Так, зал скальдов. Что, куда его поставить? Там строят. Ну, достаточно такая прикольная игрушка, мне нравится, честно. Так залипать, знаете, после работы. Это предварительно такой варкрафтовская. Так, у нас тут есть и юльг. Забудьте заготовить линазу. Сожрали бойца, блядь. Вечно путаю. Дай мне ран. Thank you.
Ой! Да хвой! Блять, сожрала стая. Ворот! Бать их там. Ой! Так, поселянин, давай, вылазь. А, так, 10%. Нормально, ты чё? Сейчас быстренько на фаш матч. 6. Ёбнешь. Сажали, что? Вот, суки. Ой! То где, блядь? Давай хоть одного загаси, блядь. Давай, это один готов. Так, еще кого-нибудь отправим сейчас. Блядь, жрачки, блядь, не сготовили. Нихуя. Еще не вылазит, блядь. Так, он же как же понимал. Так, а здесь что? Это хуйня, что? Блять. Так, секунду. Замок это будем делать. Что делать, правда? Почему-то. Так, сейчас охотников найдем. Ка нахуй, блядь. Да, туда, блядь. Производишь поселянинов. От количества, блядь, домов скорость поселянина не растет. Так, 3 февраля. Производство еды снизилось у нас. Кто там? Поздравляем, ваш клан дожил до следующего года. Нормально.
Все, блядь, построил быть охотником. Так, все у нас есть. Охой! Ахой! Варор! Незаконный зомби, с которым кто-то защищает. Ага, вот он что. Так, разведчики. Я, блядь, бездельник, ну. Ахой. У нас-то золото все меньше и меньше. Так, сейчас колонизируем. Так, вы разруживаете логово, вы получаете и 5 булыжников. Это кто? Знахарь. Так, пусть лечится, блядь. Сейчас золото найдем еще, да? Что-то я, наверное, зря начал. Ну, хотя, не, выжил. Сейчас он по 11 прибавляется. Так, а чё нам? Ага. О, соточка золота приполнил. Ваша разведчика обнаружена в заброшенных домах сокровища. Вы получаете 100 бревна и 100 золота. Что тут дерьмо рассказывает? А, они же автоматом, да? Равни на этом будет ничего нет. Так, это склад. Что ли? О, нормально. Так, наконец-то, благодаря твоим усилиям, мы теперь можем выйти в море. Поднять якоря, гордые викинги. Мы готовы к отплытию в Нордгард. Нордгард. Близится твой конец, Хаген. Победа. Ну что, я думаю, что за это время успели ознакомиться с игрой.
сделать какие-то предварительные выводы. В принципе, мне лично, мне игрушка понравилась. В принципе, такая стратегия что-то дает классика именно в Викинге, Warcraft, со словами «работу», если кто помнит. Я надеюсь, что вам понравилось. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылочка на обзоры будет в описании под этим видео. Также можно посмотреть различные игрушки. Игрушки, на которые я делал обзор. В принципе, есть платный и бесплатный. Вот. Ставьте палец вверх. Надеюсь, все понравилось. Всем спасибо. Всем пока.